Всем привет, с вами Настя, и вы на моем канале Настасья. Как вы уже, наверное, видели, я обновила оформление канала и фото профиля. И все это я сделала, потому что сейчас у меня уже 40 подписчиков. Представляете, целых 40. Мы этого добились, молодцы ребята. Когда у меня будет 50 подписчиков, я реально, может быть, начну снимать влоги. Никто мне там в комментариях не ответил. Ребята, пожалуйста, ответьте. Я вас просто умоляю, плиз. Огромный плиз. Да, и, кстати, в локации Крилл Грилл есть еще один секрет. И он находится почти что рядом вот с этой помоечкой. Ой, хи-хи. В общем, это вот здесь, на дереве. В общем, вот эта веточка. Если ее нажать, то там окажется чайка. Та-дам! Я нашла еще один секрет. Это круто, это очень круто. И, блин, это просто шикарно. Хотя я вроде бы везде нажимала, и оказалось, что я его все-таки не нашла. Значит, я не везде нажимала. Вроде бы такое место, ну, подумаешь, дерево. А на самом деле тут действительно спрятан секретик. Что ж, это было вот такое вот маленькое, коротенькое видео для вас. И, в общем-то, все очень клево. Я хотела у вас спросить еще одну вещь. Как у вас дела? Я просто несу какую-то ерунду, потому что я не знаю, что сказать. И, кстати, вот здесь вот, это типа, наверное, это не секрет, но тут наклеен рецепт еще одного торта. Давайте его посмотрим. Здесь вот такой вот с ракушечкой есть. Такой, я называю это как рог единорога, но на самом деле это такая ракушка есть. Достаем сахарочек и достаем черничку и все это вместе. И получаем вот такой вот красивый тортик. Вот так. А что если их... А, нет, они, кстати, не разделяются. Их можно просто одним махом просто съесть. Вот так вот. Да, что-то эти мальчики, наверное, должны стать толстыми. Они слишком много сладкого съели. Окей. Ладно, что ж. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, Настя. И вот этот осьминог. И вот эта бабушка. И ее два внука. И всем удачи, всем пока, па-па-пам. Спасибо за 40 подписчиков, так что обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, хотя это надо было сказать перед удачей, пока. Ну, в общем, у меня какой-то раздрай сегодня, ребят, поддержите меня лайком, серьезно. И еще, конечно же, напишите мне в комментариях, снимать ли мне влоги. У меня уже есть один готовый влог, плиз, ну я вам расскажу очень интересную вещь. Хорошо, я вам расскажу, что я в этом влоге пойду на пляж. Это все, что я могу сказать. До свидания!